Вітаю, ми повертаємось до студії «Репортер» в прямому ефірі. Мене звуть Григорій Блайда. Сьогодні протягом найближчих 25 хвилин намагатимемось якомога детальніше обговорити прикрий інцидент, який стався минулої неділі в Керченській протоці. Нагадаю, українські катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також рейдовий буксир «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Поблизу Керченської протоки їх зупинили і заарештували 4 прикордонні кораблі Російської Федерації. Поранення отримали кілька українських моряків. Екіпажі катерів і буксира заарештували російські військові. Вже затримані зараз перебувають під вартою. Вони можуть отримати за російськими законами до 6 років позбавлення волі законами, які розповсюджуються і на окуповану територію Кримського півострова. Сьогодні ми спробуємо розібратись, чи це була справді випадкова агресія, чи, можливо, спланована якоїсь зі сторін цього конфлікту. І обговоримо долю українських моряків і їхню можливість потрапити до російської тюрми разом з нашими експертами. Поруч зі мною Володимир Білоусюк, військовий експерт, голова об'єднання ветеранів-підводників в Одесі. Володимир, вітаю вас. І Андрій Лещенко, адвокат. Андрію, вітаю вас. Вітаю. І з хвилини на хвилину до нас приєднається Андрій Вагапов, громадський діяч-активіст. Він також має свою позицію щодо цього. Інтерактивне опитування, яке ми традиційно ставимо перед вами, шановні телеглядачі, лунає так. Чи Україна мала погоджувати маршрут військових моряків з Російською Федерацією, так чи ні? Голосуйте наприкінці програми, підіб'ємо підсумки цього інтерактиву. Тож, давайте, власне, ще раз. 25 листопада два українські катери виходять з Одеси, прямують через Керченську протоку, намагаються прямувати до Маріуполя. Але під час проходу, під час наближення до Керченської протоки, їх блокували російські кораблі, і далі ми знаємо, що відбулося. Україна вважає це атакою з боку Російської Федерації, Росія, у свою чергу, вважає це порушенням процедури переходу Керченської протоки. Що ви, Володимире, з приводу цих позицій обох думаєте? Ну, прежде всего, когда готовилась передача, меня попросили сказать это как эксперту. Я не хочу казаться политикой так. Вообще. Чи мали українські кораблі погоджувати? Я хочу сказать как эксперт. Во-первых, согласно конвенции ООН, которая 1994 года, 2016 была ратифицирована, еще подписана согласно новых дополнений соглашений, вот, украинская сторона должна была быть согласовать проход Керченської протоки з непосредственно Російської Федерації. Це згідно з якою... Почему і як, я можу це пояснити. Чому? Почему і як, я пояснюю. Тобто на сьогоднішній день є основний документ МРЕО, тобто документ прохождення проливів. Це пролив Босфор, Дарданелла і основні проливи, де так називаємо по відкритому морю. Что касается вот этих, как мы говорим, проток, да, их очень достаточно и в Балтике, и в Баренцевом, и в Индийском океане, они не подходят под этот законодательство, это называется закрытые моря. Поэтому конвенция ООН четко разграничает, что и как. То есть в любом море делятся первые на территориальные воды, дальше прилежащая территория. Территориальные воды – это 12 миль. Дальше идет следующие 12 миль, это прилежащие территории, еще 12 миль, 24, включая внутренних воды, как правило, это где-то 3-5 миль, еще начало. Потом идет, как я говорю, территориальные воды, дальше прилежащие воды, 12 миль. В конвенции ООН четко разграничение, что и как должно быть в этой зоне. Если мы знаем, то, допустим, сама Керченская протока, она в общей сложности имеет всего 14 километров в самом широком месте, это будем говорить при входе, и в самом узком, где находится коса и так далее, где-то до 5 километров, ну это самое узкое. Поэтому, так как это Керченская протока, и можно ее международному праву конвенции ООН, и в связи с тем, что других диспетчерских служб, к сожалению, там нет, поэтому должно было согласовать. Почему? Прежде это безопасность мореплавания. Потому что в Керченской протоке идет большое судоходство. Это очень сложный район. Я когда-то там проходил, еще курсантом мы проходили на военных кораблях и проходили на яхте. Но я занимаюсь этим. Это очень сложное.
Тем более, когда сейчас построен мост, есть один, будем говорить, перешейк, дальше идет следующий, и Таманский залив, это уже российская территория, то есть и течение, и мель. И главное, мель. Мы не должны забывать, что Керченский пролив – это искусственно созданный пролив. То есть, все время я так розумію, він сам по собі мілкий, і да. його заглиблювали, і ця ширина заглиблювання да. дуже вузька. Совершенно правильно. Є фарватер. Тобто слева, вправо від фарватера вот, пройти нельзя, или на мель можна сесть. І є ще, допустим, паромы, які ходять, судоходні лодки, малі кораблі. Поэтому в таких, согласно той же, опять же, говорю, конвенции ООН, должно согласовываться не из-за того, что там нужно или кого-то хотят обидеть, а чисто по безопасности мореплавания. Я також хочу процитувати, не всупереч вам, але тим часом хочу, щоб ми обговорили цей момент, фрагмент одну зі статей договору між Російською Федерацією та Україною від 24 грудня 2003 року. Він передбачає, що вільний прохід торгових і військових судів двох країн можливий через протоку, а також вільний прохід до портів Росії та України іноземних торгових суден. Тобто саме цим документом, зокрема, і користувалася Україна, не погоджуючи свій прохід своїх кораблів через Керченську протоку. Понимаете, я можу сказати це з точки зрения юридичної, тому що ви, мабуть, знаєте, що я часто буваю в Європі і читаю полякам лекції, просто цим займаюся. Да, есть такой закон, но это имеется в виду вот ту сторону, потоки, не Черное побережье, Черного моря. З Азовского моря. Совершенно Азовское море. Не это побережье. Где, если можно, я зачитаю. Вот, просто зачитаю, чтобы у наших зрителей не было это. Прилегающая зона – это часть моря шириной 12 морских миль, отчитываемая от границ территориальных вод. То есть еще 12 воль, да? В этой зоне прибрежное государство, и то, берем, что вот Крым украинский, и то, имеет право, обладает правом осуществлять контроль в целях предотвращения нарушений таможенных, фискальных и всех остальных. В 2016 году, когда еще раз досмотрели, ведь все документы пересматриваются, да? Когда стали быстроходные суда, когда стали маломерные суда, когда и, я имею в виду, и гражданские, и военные, да? Были выяснены дополнения и изменения. Вот, потому что это внесено, когда стало действительно пираты и так далее. Так вот, в дополнении написано, быстроходность современных судов не дает возможности обеспечить с ними контроль в пределах территориальных вод. Поэтому прибрежному государству предоставлено право осуществлять специализированный контроль в определенном пространстве за пределами территориальных вод. И дальше пишется, одним из случаев, когда международное право расширяется юриспруденцию государства за пределы территориальных вод. А в связи с тем, что на сегодняшний день, как я говорил, в Керченском протоке, само узкое место и очень сложный проход. И много кораблей. В этом случае стояло там где-то кораблей 80. Тут, не считая малых. Поэтому согласовывать это необходимо из-за безопасности мореплавания. Андрію, бачу, ви з деякими положеннями і з деякими фразами вашого колеги в даному випадку не погоджуєтесь. З приводу аргументів з боку української влади, яка каже, що адже вважає Крим своїм, вибачте, тому вона не мала погоджувати обов'язково з Росією прохід цих кораблів. Росія, нагадаю, вважає інакше. Що ви думаєте з цього приводу? З приводу морського, в контексті морського права. Я відзначу, що Андрій Вагапов, громадський діяч, до нас долучився. Андрій, вітаю вас. Долучайтесь до нашої бесіди. Що я скажу? Міжнародні всі міжнародні інституції, такі як Рада Європи на рівні ООН і таке інше, вони до цього часу не визнають законність здійснення контролю Російської Федерації на територію Криму. На даний час де-юре це територія України. Росія здійснила окупацію цієї території, і внаслідок цього на цю територію вже розповсюджуються норми міжнародного гуманітарного права і таке інше. Але 12 миль як з сторони України, так і з сторони Росії –
ці досить складно вирізнити. Тому я вважаю, що в принципі у нас були двосторонні договори між Україною і Росією, за які вони мають право вільно переміщатися. Я не знаю нюансів саме морського судоходства. Ці мені невідомі. Але де-факто це територія України. Угу. Де-юре, де-юре, да? І я вважаю, що це право держави в тому числі. Але аспект тут в тому, що, по-перше, це були військові кораблі. От. І в даному випадку і їх зупиняли теж військові кораблі. Угу. І тому тут вже є... Незалежно від цього, це вже є військовим конфліктом. І в даному випадку тут діють норми міжнародного гуманітарного права, а саме Женевські конвенції. Андрій, ваша позиція з цього приводу, я ще раз процитую. Україна користується договором між Російською Федерацією та Україною про співробітництво використання Азовського моря і Керченської протоки від 24 грудня 2003 року. Цей договір, нагадаю, передбачав вільний прохід торгових і військових кораблів двох країн через протоку. Тобто це аргументи з боку української влади. Як ви ставитесь до аргументів з боку російської влади, що буцімто, на їхню думку, і Крим, і Таманський, Кубань – це територія Росії, тому Керченська протока автоматично стає російською? Не може стати. Навіть якщо б признали Крим, окупацію Криму, вот, не може стати, згідно законодательству, згідно морському праву. Діло в тому, що даний пролив, я... К сожалению, не особо успел подготовиться в плане по нормативной базе, но я, честно скажу, выписал определенные фрагменты, которые меня очень заинтересовали. Дело в том, что уже сейчас есть квалификация, согласно статье резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, что это напад с вооруженными силами державы на сухопутные, морские, обоповедренные силы, а у морские поведренные флоты иншие державы. А почему? По причине того, что как минимум, единственная причина, по которой они могли перекрыть, да, то есть размещение ПРИПа. Вот, что такое ПРИП? Это прибрежне попередження. У випадку, коли прибережна країна оголошує про закриття для судноплавства певного району моря або іншу інформацію, що впливатиме на безпеку судноплавства у районі відповідальності, вона повинна розмістити в відповідному ресурсі так зване прибережне попередження ПРИП. Російською Федерацією ПРИП щодо закриття району входу до Керченської протоки зі сторони Чорного моря був розміщений на офіційному веб-ресурсі КАДІС Іспанія лише в 11:40 25.11.2018. Тобто фактично після заходу корабельної групи ВМС Збройних сил України. Тобто вони перетнули цю межу, де була поставлена... Ні, вони перемкнули, а потім поставили. Що ви думаєте, Володимир, з цього приводу? Смотрите, мы опять пытаемся все перенести в политику. Давайте вот просто перенесем, пока, ну, это сложно, но на время забудем, что там деление Крыма, России и так далее, и так далее. Мы возьмем действительно международный морской кодекс, международную конвенцию и так далее. И вот, ширина вот здесь, между Таманским и Керченским полуостровом 14 километров. Что такое 14 километров? Грубо, это 7,5 миль. Я вам сказал, что прилежащая называется правильно в конвенции, территория 12-мильная. То есть, как и Украина, так и Россия имеют право решить и досматривать суда. Закон, конвенция. Поэтому, в связи с тем, что катера прошли, то есть по конвенции, я говорю по конвенции, без политики, и должны досмотреть суда. Там четко написано, какие документы проверяются. Это делается в Босфоре, это делается в Дарданеллах, но те идут по другому закону, а тут внутреннее море. Но мы сейчас говорим о чем? О том, что должны были суда сделать запрос, правильно? Я говорю, что должны, это с точки зрения, еще раз говорю, не с точки зрения политики, а с точки зрения безопасности. Потому что все корабли стоят в очереди.
Если один корабль зашел в затоку и развернуло, мало ли что, исправность и так далее, это просто аварийная ситуация. Есть конвенции, есть к ней еще куча меморандумов, документов, где четко говорится, в узкости, в затоках проходит только один корабль с лоцманом. Человек, который знает, где мели, даже фильм есть такой, помню, я знаю все мели, там Русланова играла, или кто, и сели на мель. С лоцманом. Если корабль превышает более 50 метров, обязательно должен быть буксир, называется одерживающий буксир, для того, чтобы пройти четко узкость. Откинем политику. Поэтому, когда заходит корабль перед входом, он запрашивает добро. Вот как первые корабли украинские подошли, запросили добро, выделили им буксир, выделили и протянули. Про них ще поговоримо. Так що сейчас это, согласно международного права, морского права, конвенции, всех законов, обязаны были запросить для того, чтобы, во-первых, знать, свободен форматер или нет. Во-вторых, чтобы понимать, пропустили здесь, значит, вот когда вы едете по дороге, я скажу по-другому, асфальтируют дорогу, вы же там не видите что, да? Значит, тут стоит с палочкой говорит, вам стоп, тем ехать. И наоборот. Правильно? В данном случае вы говорите о безопасности судоходства. Я говорю о международном праве, морском праве по прохождению узкостей, проливов и судоходном праве. Я понял, просто... Если нарушить это что... судоходное правило, будет те аварии, как для самолетов. Так, я же говорю, так что вы тут говорите сейчас о безопасности конкретно судоходства. Ну, мне и пригласили, как вот, эксперт да, по этому вопросу. Я не беру политику. Я еще раз, я говорю четко по безопасности проходов. Если нарушить безопасность, будет трагедия. Поэтому данные проливы должны проходить только. Вопрос какой был? Нужно было ли запрашивать? Я говорю, да. Нужно было получить добро? Да. Нужно было ли получить лоцмана? Да. Почему? Во-первых, смотрите, я вам скажу, как военный, который проходил в море, дай бог. Во-первых, даже у этих кораблей капитаны никогда не проходили узкости, это молодые, просто молодые. Лоцию вот этого места, чтобы изучить опытные капитаны, даже танкера, которые 100 раз проходят, они всегда берут лоцмана. Потому что тут пройти очень сложная зона. Вот один перешейк, второй перешейк, течение. Роза ветров по-другому идет, потому что там маленькая будем говорить, Каспийский мой, тут это совершенно другое. Поэтому однозначно надо запрашивать и проходить. Раз. Без этого. Про це дуже детально вже поговорили. Давайте ще про один момент. Власне, про реакцію російських сторожових, в даному випадку, екіпажів на українські екіпажі, військові екіпажі. От, власне, послухаємо зараз фрагмент радіоперехоплень. І здається, от, коли ми зараз почуємо, здається, що капітан цього корабля «Дон» російського не був готовий до, власне, атаки на український корабель. Вони хотіли не пустити, але раптово йому віддають наказ наздоганяти судно українське, яке вже розвернулося і пішло в бік назад, в бік Чорного моря. Але от зараз почуємо, як цей наказ віддавався, і обговоримо, власне, чому саме був відданий такий наказ атакувати і наздоганяти, і брати на таран цей український катер. Что-то сейчас сижу и осознаю, думаю, блокировать на север нельзя или на юг выход? На выход из рвот нельзя ему выйти? На выход. На выход? Ух ты. Да. Так что так. Ну, значит, будем сейчас развивать ход, догонять. Они 7 узлов пошли, мы догоняем. На вихід Ухти, тобто на вихід з Керченської протоки, на вихід це, тобто, в бік Чорного моря. Mm-hmm. Чому, на вашу думку, був відданий наказ наздоганяти, а не просто не пропустити українські кораблі? Чесно говоря, навіть не знаю. Може, в даному випадку питається, ну тут іменно все-таки політичний більше буде ход. Ну давайте обговоримо з точки зору політики. Ми ж розуміємо, що усі ці події, починаючи з 25 листопада, це власне, і політичні події, які впливають на політику і не лише України, Росії, а й на політику міжнародну. Діло в тому, що, скажімо, країна-агресор, яка у нас імеється під боком, вирішила в очередний раз показати, що типу, вони можуть собі дозволити все. Але, к сожалению, їх навіть некоторые не осудили.
вот, такие как Германия и, если не ошибаюсь, Франция. Вот, это тактический ход, который был сделан с целью, может, запугивания нас, может, с целью показать силу свою, да? Но атака маленького буксира огромным судном, это, знаете, в глазах мирового сообщества, это, мне кажется, выглядит слишком не то, что не гуманно, да, это типа пришел большой дядя, да, и дал маленькому ребенку по попе, вот, как бы с одной стороны, да, а с другой стороны, это ярко выраженный акт агрессии уже. То есть, я так думаю, что Россия, мне кажется, готовится к какой-то полномасштабной именно в войне. И це ваша позиція? Грунтується вона на ці єдині власні? Вони показують зараз, що просто ми, ну, у нас, типа, слабий флот, да? От, ми вас і на флоті задавимо. Хоча флот у нас дійсно, звісно, существенно менше російського. Военный, я думаю, это вы лучше даже меня знаете. Вот. Но у нас есть мировая поддержка. Но есть, будет ли эта мировая поддержка в итоге не на словах, а на деле, это мы увидим. От, власне, є іще одна позиція, яка то тут, то там лунає в засобах масової інформації, і, власне, вона ґрунтується на з перших вуст, як то кажуть. Журналісти поспілкувалися з рідними пораненого моряка Андрія Артеменка, який перебував на судні «Вердянськ». За словами родини, у команди напередодні виходу в море 23 листопада, за два дні до інциденту, відібрали телефони, а також заборонили повідомляти сім'ям подробиці операції, переходу, власне, цього. Також журналісти уточнюють, що морякам надійшов наказ не зупинятися, навіть якщо суднам будуть прикривати шляхи і відкривати по них вогонь. Це ж таки, нагадаю, це не мої слова, а слова рідних і близьких цих людей. Крім того, їм наказали стріляти у відповідь. От якщо вірити цим словам, чи можна вважати операцію провокацією не лише з боку Росії, власне, як наслідок, так, агресія, а й, власне, українська влада, українське командування військово-морських сил знало про те, що можлива така реакція з боку Росії і йшла, знову ж таки, з певною політичною метою на це. Я можу відповісти це дуже просто, як воєнний чоловік. Прежде всього, я з самого початку сказав, що наших воєнних моряків, наші політики і командування просто підставило. Підставило, грубо підставило. Во-первых, даже вот то, что говорят, отобрали телефоны и так далее. Мало того, когда вот и выступал Муженко, точнее, Виктор, на все-таки на Верховной Раде, да, я подумал, проанализировал много. Я проанализировал, когда была Дебальцева, я анализировал, когда были другие вот эти вот. И говорю, до чего у нас бездарные военачальники, которые просто или специально делают, а скорее всего просто бездарные. Посмотрите, Муженко говорит, что мы 9 часов не могли связаться с кораблями. Тогда вопрос, 21 век, есть УКВ, есть другие средства связи, почему-то вокруг корабли гражданские, которые вот я проанализировал, все слышали, видели, переговоры записали, командование вооруженных сил Украины не могло связаться. Следующее, он говорит, понимаете, я сейчас говорю, я в шоке от того, что наше командование, чем занимается, не знаю, может, дачи строить или что, все равно. Когда я служил, такого не было. В Верховной Раде говорит, что налетели Су-30, Су-32. Ну, во-первых, Су-32 бомбардировщик, Су-30, вот, это истребитель. Но если главнокомандующий, будем не главнокомандующий, а будем генерального штаба, не знает, какая марка самолета выцелила, а в случае войны, что он будет делать, какие в противовес поставят, если он не знает марку самолета и с кем воевать. А то, что вылетел Су-25, или их называют грачи, и командующий говорит, выпустил две ракеты. Ну тогда куда две ракеты попали? То есть вот эта дезинформация, которая вводит в заблуждение народ, депутатов, президента, и это уже не первый раз. И вот говорю поэтому, то же самое, если, опять же, тоже Мужейко говорит, что это было плановое,
Так вот я вам скажу, как военный, который неоднократно сам составлял планы. Когда корабль выходит в море, составляется полностью план, подробная карта, по каким квадратам он должен идти, с какой скоростью, а если они идут в паре, 2, 3, 4 корабля, неважно, какие квадраты, с какой скоростью, где заправка, где дозаправка, если плановая, то тогда зачем командиру запрашивать на допуск? Это вообще не командира дело. Это должно быть, значит, Министерство обороны Украины заранее, за неделю, за две, зная, что требует Россия. Правильно, неправильно, я сейчас не говорю. Требует запросить, как вот раньше, проход, три наших корабля и в план внести, в такого-то время, в такой-то час пройти. Вот если бы тогда не пустили, другое. То есть тем самым, что это? Получается, что заведование командования готовило наших моряков к провокации. Ну, авось. Вот как Буденный послал свою конницу в 43-м году под Москвой, авось пройдет против танка. Так и тут. А что морякам делать? Поэтому моряки, когда столкнулись с этим, командир уже принимал сам решение. На его бы месте я бы остановился, зная, опять же, международный кодекс. Я не знаю, как он начался. Але тут, якщо вірити, знову ж таки... Остановився би. Звісно, якщо вірити в позиції рідних і близьких екіпажу, то вони, їм було віддано наказ іти будь-якою ціною. Значить, отак. Спровоцировати, тому що, якщо б вони відкрили вогонь, я, опять же, проаналізував всі фото. Не тільки, от я зв'язався і з турками, поляками, ну, своїми колегами, представив. У этих кораблей были расчехленные оружие. Возьмем конвенцию ООН, где написана специальная статья для боевых кораблей, проходящие Босфор. Или Дарданеллу. Четко сказано, боевые корабли должны быть в походном состоянии, оружие зачехлено, никаких подарей и идти все четко. То есть, я сейчас говорю то, что на сегодняшний день вот то, что произошло, это чистая вина, будем говорить, командования, которое пустило их, и это подтверждает, пустило их на убой. Потому что если бы они открыли огонь, противоположная сторона потопила. Давайте, и да, что? Поговорим кому еще про один аспект, уже про наслідки цієї ситуации. То, что проход через данный пролив свободен для всех. Вот. Никто ж не говорит не свободен. Но, мы говорим о том, вот, что надо это сделать по заявку. Сути, да, по сути, это показатель, кому делать заявку. А я объясняю. Вот. Диспетчерским пунктом, который контролирует безопасность прохода. Я вам только что сейчас говорил. Не надо тут мешать безопасность и политику, не надо вмешивать. Это две неразделимые вещи. Хорошо. Где политика, давайте там так, безопасность до ситуации с Крымом. Как осуществлялся проход данный? Объясняю. В Керчи, как и сейчас, находилось два маяка, диспетчерский пункт, который контролировал центральный пост Керчи, центральный пост Тамана, потому что он дальше, если вы посмотрите, вот Керченко, а вот Таманский. И дальше. Находились маяки диспетчерские, которые обеспечивали проход здесь, а так как это вот Таманский залив, тут уже российский, обеспечивали здесь. То есть согласованность была, если идет отсюда корабль, стопорили здесь. Если идет отсюда корабль, ну, с Черного моря туда, стопорили там. Как я сказал, движение дороги. Пропустить, потому что проход, фарватер, очень узкий. Это искусственные вырытый. Где мели, и вы же не знаете, тут паромы ходят, лодки, рыбаки. Вот как у нас, выйти вот, смотрите сколько. Поэтому есть лоцман, есть диспетчерские пункты, и есть непосредственно... Так как сейчас украинского диспетчерского пункта там нет, не будем даваться. Есть диспетчерский пункт России, значит, он отвечает за безопасность. И тут, извините, это отче наш. Безопасность, прежнего для меня моряка, это прежде всего. Давайте обговорим еще один актуальный аспект. Про, власне, судовий перебіг. Андрій Лещенко, ви представляєте від імені України захист, власне, цих моряків, які потрапили у скрутну ситуацію. Україна вважає це полоном, Росія це вважає затриманням через порушення кордону військовими. Який зараз, як ви взагалі оцінюєте шанси на те, що вони будуть визволені з російської, в даному випадку, слідчої ізоляції? Я вважаю, що їх скоро освободять в ближайшому часі. Вот. Почему обвинення... Абсурдно, абсолютно. Вот. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Ну, во-первых, это в международном праве, как я говорил уже, это территория Украины.
Поэтому никакой российской границы там и близко нету. Вот. И поэтому они, граждане Украины, находились на своей границе, и никакой границы они не пересекали Российской Федерации. Вот. А Россия вважається де-факто своєю територією. І тому їх судять за російськими законами. От, власне, ну, це правова колізія, розумієте? Ніякої правової колізії тут нету. Є Женевські конвенції. Вот. Женевські конвенції, вони говорять, це міжнародне гуманітарне право, вони запрещають государству-окупанту розпространяти закони свої на окупірувану територію. І по міжнародному праву, то есть это считается ничтожным распространение своих законов. Более того, ни уголовный кодекс они не имеют права распространять на свою территорию, ну, на оккупированную территорию и так далее. Это раз. Второй аспект. По факту, по Женевским конвенциям, это военнослужащие украинской армии. И те действия, которые были, они квалифицируются как вооруженный конфликт. Далее, по Женевским конвенциям, эти все ребята, наши 24 военнослужащих, являются военнопленными по Женевской конвенции. Вот. Вот поясните, далее, поясните, чему сами військовополоненими, адже что... официально військового конфликта немає між Нет, Россией тут, та Украиной. Тут дело в том, чому? Что... Поясните, да. Так, вот такое вот питание у людей виникает. Да. Международное гуманитарное право, оно не обязательно... оно не привязывается к юридической стороне. То есть не обязательно объявлять войну для того, чтобы был вооруженный конфликт. Де-факто оккупация – это тоже вооруженный конфликт. Считается в международном праве. Если взяли на абордаж военное судно одной стороны другой стороной, это тоже уже вооруженный конфликт. Независимо от того, что там объявляет Украина войну или Россия что-то объявляет. То есть они фактически, международное гуманитарное право говорит, что один солдат убил другого, все это уже вооруженный конфликт. Mm-hmm. Вот. И поэтому тут действует международное гуманитарное право и военнопленным государство Российская Федерация, они не имеют права, во-первых, запрещено привлекать их к уголовной ответственности за военные действия. Есть одно исключение, только это если бы они совершали преступления против человечества, против мира и так далее, там геноцид и так далее. Но таких в их действиях не было. Поэтому с точки зрения международного гуманитарного права и международного права их объявления абсолютно абсурдны. От, власне, юридично вони не ничтожні. Пояснимо всім нам. Ви представляєте інтереси українських моряків і з боку України, і з боку європейської спільноти, Європейського суду з прав людини. Але от в Росії там, от бачимо ми кадри, зняті російськими журналістами, про те, що в них теж є там захисники в Сімферополі, але це з боку російської держави, російського законодавства. Ні. От поясніть, яку роль саме ви виконуєте? Есть национальные системы, да, вот поскольку их задержали на оккупированной территории, и Россия им предъявила обвинение по своему законодательству, то там, я не знаю, кто их находил, в общественные организации подключились и нашли ребятам защитников. Там, насколько я знаю, было 12 защитников, профессиональных адвокатов, которые заключили контракты с родственниками и представляли их в суде при избрании им меры пресечения в незаконном суде. Почему незаконным? Но я считаю, что это, как я говорил, уже территория Украины, и там должен суд, созданный быть в соответствии с законами Украины. Вот. Этот суд создан в соответствии с законами Российской Федерации, и он де-факто ничтожен. Это раз. Во-вторых, Женевские конвенции они запрещают оккупирующему государству создавать суды на своей территории. То есть, если бы продолжали действовать наши суды, и те судьи, которых избрали в Украине, не было бы нарушений Женевских конвенций. Вот. А поскольку они создали свои суды, внедрили свое законодательство, с точки зрения международного права это является уже ничтожным. Особисто, я так розумію. Мы занимаемся больше над национальным правом, то есть мы представляем
Ну, там, то есть, не только я, да, то есть, это большая команда, и Украинская Хельсинская спілка з прав людини, региональный центр по правам человека и так далее, правозащитники известные. Мы стараемся им помочь на международном уровне. Допустим, сейчас вот готовим документы в Европейский суд по правам человека по 39-му правилу, это временные меры, чтобы обязать вот на международном уровне. Чому ви вважаєте, давайте коротко ще раз підсумуємо, чому ви вважаєте, що вже найближчим часом їх відпустять назад до України? Потому что, во-первых, обвинения, которые им предъявлены с точки зрения международного права и вообще права как такового, они ничтожны. Потому что а это... российский суд будет дослухаться до всех международных? Они как минимум не имели права атаковать. Максимально, что они имели право, это потребовать выхода с данного пролива. Максимум, что они могли сделать. Но не атаковать. Я не согласен с этим. Вот. Атака это уже объявление. Это уже это агрессия, конфликт. Акт агрессии и военный конфликт. Ну, от, власне, давайте, а чи не буде присутній у цьому у факторі можливого визволення найближчим часом українських моряків політичний фактор, приміром, там телефонне право з боку вищого керівництва Росії, ні, не відпускати, треба підкріплювати інформаційний простір Росії їхньою присутністю і їхнім обговоренням їхньої долі, і таке решта. От, власне, цей фактор може спрацювати? І порушити вашу впевненість в тому, що найближчим часом їх визволять? Я вам скажу, да, ми не можемо сказати точно. З точки зрення стандартів правосуддя в Росії справедливого судопроизводства как такового нету и не будет в ближайшее время. Вот. И стандартов прав человека и так далее. Вот. Но мы рассчитываем больше на международные меры и давление со стороны именно международных таких институтов, как Европейский суд по правам человека. Россия ратифицировала конвенцию, она выполняет все решения судов, несмотря на все... Виконує. Кроме політичних дел, Росія виплачує. Ця справа політичною не може стати раптово? Ну, вона вже фактично такою є. Вона і так політична, да. Вот. Но вони все равно исполняют это, кроме двух исключений. Это политические дела. Первое, это было дело ЮКОСа против России, когда существенную сумму взыскали. И через это Российская Федерация внесла изменения в законодательство, наделив Конституционный суд правом пересматривать якобы на соответствие Конституции Российской Федерации решение ЕСПЧ. Вот. Но это был абсолютный абсурд, потому что и Конституция Российской Федерации, и их законы гарантируют те же гарантии. Да? Но на практике это никто не соблюдает. Вот. Но я думаю, что тут два пути вообще, я вижу, довольно-таки неплохие. Два направления. Вот мы в три дня, вот эти вот, с момента фактически с воскресенья, много аналитиков, много экспертов, которые занимаются международными правами, мы разделить на несколько направлений. Первое – это Европейский суд по правам человека. Сейчас готовится, я знаю, наш уполномоченный по правам человека Иван Лещина и урядовые уполномоченные, они подали уже от государства 39-е правило, временные меры, просили обеспечить правами, оказать медицинскую помощь, освободить их, там 8 пунктов. Вот. Решения пока по этому пункту нету, но Европейский суд очень быстро временные меры принимает, то есть сутки двое. Трое, может быть, там пять от силы решение будет какое-то удовлетворить эти временные меры, не удовлетворить. Давайте на чистоту. Вот. Ничего Россия не выполняет по итогу. Нет. Ну... Вот по факту. Потому что мы видим уже 4,5 года, скоро 5 лет будет, как идет война, по сути, вот, с страной-агрессором, который присутствует на нашей территории, вот, на оккупированных районах. До этого всякие мифические зеленые человечки в Крыму были, потом признание, что это были военнослужащие. То есть нас пытаются частично захватывать. Кто бы там открывал, закрывал глаза, вот, рассказы про ополчение на Донбассе.
и так далее. Ну, основная часть действующие российские военнослужащие. Давайте будемо завершувати традиційним підбиттям підсумків нашого інтерактивного опитування. 76% телеглядачів вважають, що так, Україна мала погоджувати маршрут своїх військових моряків з Російською Федерацією, і не вважають так 24 відповідні відсотки. Давайте підіб'ємо підсумки, прокоментуємо результати. Результат, он юридически правильный, грамотный, люди прекрасно это понимают. Другое дело, что политики не понимают. Я единственное хочу маленькую ремарочку сказать вот уважаемому адвокату. Мы все время говорим, что захватили на территории. Вот. Не захватили на территории, захватили в нейтральных водах. Вот, захватили на территории. Поэтому мы не говорим, что территория... Вот Таманский, Керчь, Украина, Тамань, Россия. Если делить пополам, я же говорю, вот это расстояние 14 километров, 7 миль. Если даже поделить пополам, послушайте меня, поделить пополам это нейтрально, это называется прилегающая территория. Считайте конвенцию. Прилегающая территория государства, а фарватер сделан ближе к Тамани. То есть фарватер проходит ближе к Тамани, уже приходит по конвенции, он прилегающий телевизор, я зачитывал, страна имеет право доводить досмотр и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому с точки зрения выпустить ребят или нет, я согласился, что выпустить, но у меня другая терминология. Выпустить, если прекратится вот эта вся истерия и просто сядут за стол переговоров без этой истерики. Потому что если чем больше тут, тем больше те упираются. Ну это нормально, да, как муж с женой ссорится. Если... Без этой истерики, без этого все, я уверен, что не вопрос. Кстати, недавно, 3 дня назад, в Испании идентичный случай. Испанские пограничники расстреляли рыбаков, и потому что те зашли в нейтральную воду, нейтральные там чуть-чуть. То. Это как бы нормальная практика в мире. Вспомните, несколько лет назад наши украинские пограничники задержали турецкое судно, которое ловило рыбу. И тоже открыли огонь для того, чтобы она остановилась. Опять же говорю, я сейчас не говорю мораль этой стороны, я говорю чисто юридические вопросы международного права. Поэтому если бы сейчас прекратить наши политики, безраздумные вот эти вот, как это может наш консул в ООН, высшие начальники говорить в Испании какой-то центр, который должны были снять. Да нет в Испании этого центра. Есть международная организация ИМО, международная организация по судоплаванию, где есть свои филиалы и так далее. То есть из-за того, чтобы я к чему доказывал, прекратить вот эту истерику и сесть за стол переговоров, поверьте, ну решится вопрос. Росія прекрасно розуміє, що моряки не винуваті. Чи є бажання української влади, власне, і з боку Росії, в російської влади, сідати за стіл переговорів і таким самим чином вирішувати долю полонених українців? Я вирішую, це дуже власне. Росія просто намагається закріпити своє, в глазах мирового сообщества, типу, своє право за Кримом, цими діями, які вона осуществила. Вот. Тобто вона всьому миру показує, що Крим... Типа наш. Я думаю, Росії вот, все одно, вот эти вот, вот. Что думает мир, честно. Ну, дуже дякую за... Я думаю, да, что так. Да, я скажу, что последнее, да, я думаю, что на самом деле, если мы изберем верную стратегию и обратимся в тот же... есть морской трибунал по конвенции вот о морском праве. Например, было такое дело... Arctic Sunrise, когда нидерландский корабль был задержан Российской Федерацией, вот, и задержан, вот, и Нидерланды обратились в вот этот морской трибунал, и менее чем за 3 месяца они приняли временные меры, хотя Россия не признала решение де-факто, но они все равно отпустили корабль и команду, вот, и достаточно быстро было. Проблема в чем? Вот сейчас убеждаем, чтобы наши все-таки руководство, потому что граждане не имеют права обращаться туда на государство. Вот, все-таки тоже использовали этот эффективный механизм. Насколько мне известно, вот сейчас якобы подали такое заявление и прислушались. Потому что когда был захват перед этим украинских моряков, то МИД отказалась использовать этот инструмент, как вот этот суд по морскому арбитражу. Ну, власне, треба розуміти, да, що політику на деякий час треба відсунути на другий бік. Так, использовать чисто правовий інструмент. Відключити юридичні да, важелі, аби визволити цих моряків, да. І, зокрема, тих трьох, якщо не помиляюсь, поранених, які зараз досі знаходяться у важкому стані.
Дуже дякую вам за те, що прийшли до нашої студії, обговорили цю актуальну тему. Дякую ще раз. Ми обговорили сьогодні долю українських моряків, які зараз перебувають у російському СІЗО, а також проаналізували... У полоні. А також проаналізували інцидент, який стався цієї неділі у Керченській протоці. Залишайтесь з репортером, з нами цікаво, що стоїть.